Вам не надоели устаревшие лаунчеры для Майнкрафта с сомнительной репутацией? Мне надоели. Так что предлагаю попробовать тебе новый лаунчер под названием K-Launcher. Отличительная черта лаунчера – это бесплатные HD, скины и плащи, современный дизайн сайта и лаунчера, система уровней и достижений, за которую вы будете получать денежное вознаграждение. Для любителей модов в лаунчере есть более 100 тысяч различных дополнений. Переходи на K-Launcher со своего старенького лаунчера прямо сейчас и получай бонус при регистрации по промокоду KL2023. Ссылка на K-Launcher будет в описании ролика. И помни, что игра с устаревших лаунчеров небезопасна для твоего здоровья. А вот мусорка. Смотри теперь, по мусорке. На S. Вот сюда, на контейнер, быстрее на контейнер! Что происходит? Нифига себе! Прыгай. Где вы? Там мусорка была, которая прям подбросила. Ну мы в самом верху, я сейчас покажу шестерочку. А как ты крутишь? А, вот. Так, я так далеко еще не заходил, погодите. Ты видишь, как я в воздухе кручусь, Экзонил? А, да, как ты туда попал? Там мусорка есть. Где? Пошел им показывать. Давай, давай, вот, я руку поднимаю, вот, видно меня? Что я нажал? Ярик! Альт. Вы смотрите мне! А что ты в воздухе делаешь, Грей? Я зацепился за воздух! А, Ярик, там скам-ловушка была дальше. Я упал в самый-самый-самый низ. В смысле, знаешь, коробка — это ловушка? Да, коробка — это ловушка. Ты прыгаешь на коробку, она прозрачная просто. Обнимаю. Да, там скам-ловушка. Я на провод упал! Там скам-ловушка в самый низ упал! Иван Мони какой-то. Я знаю скипы, подождите меня. Как ты знаешь, эта игра вышла только? Да, Крейт, хватит толкаться! Да что ты на проводе стоишь? Я не понимаю, нам идти надо. Да кошмар! Пароль невероятно сложный в чате пишут. Ну так вы хацкеры, отгадывайте его. Так подождите, вам Ярик показал, где там мусорка, нет? Да, да, мне да. А я этому дурачку... Данилу, да, он мне встает. Нет, не показал. Давай я тебе покажу. Сейчас, я за Крейдом иду тут где-то. Я тут новые пути открываю. А Иван Мони говорит, в чате он уже прошел игру. Читер, в смысле, задрот. Ну, или читер. А то и то. Я вижу, как он проходит, он сам ее проходит. Так что просто кибервоин. Иван, помоги, пожалуйста. Я уже с одной точки уже какой раз просто падаю. Но кто знал, то, что там невидимая эта фигня? Сейчас вот сюда. Там, кстати, была подсказка, а коробка была треснутая. А, да? То есть на это еще и внимание обращать надо. В темноте! Экзонил, пошли, да. Давай, давай, я пошел. А что, это догнал уже? Упасть. Да ты дурак! Куда ты? Это ты меня столкнул! Я тебя столкнул! Да ты меня столкнул! Ребят, не ссорьтесь! Мы только начали, успеете! В смысле, да, это! Я-то что, ты что, повзел? Ух, давай, 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 все, забирайся. Я не могу забраться. А то я сейчас не покажу, где вот это, где скип. Покажи, пожалуйста, покажи. Так ты догоняй меня, спидран, давай. Сейчас, вот сюда. Потом давай, вот сюда. Потом все скипаем. Кто? Кого я догнал? Спиной нельзя! Вон ляпе можно было! Нет! Я сейчас не спиной нифига прыгал, в смысле? Я сначала начал карабкаться и упал. Но я не самый вот низ, это дичь они сделали на самом деле. Ладно, а ты, не забывайте про правую кнопку. Не-не-не, я же сказал, что нет, я на мусорке вот это. Давай, Экзонил, все, я уже скоро возле скипа буду. Да я тут, я уже почти. Да он не почти, я вижу, где он. Я почти. Давай, Херей. Давай. Вроде вот туда, да, насколько я помню. Да. Сейчас покажу. Вот там мусорка, вижу. А что это пока мне Ярик быстрее показал, чем тебе? Ну да, ну просто в этом и смысл. Вот, все. Че, упал? Ничего себе, ты как далеко. Нифига себе, куда я запрыгнул. А, Ярик? Так, да. А я вот над тобой чуть-чуть сзади. А как, куда дальше? Вот там вот есть. Смотри, давай. Только не такайся. Нифига себе. Мужики, я сейчас, ну... У меня сейчас... Ну как тебе объяснить? Вот объясняй. У меня же есть кирпичный завод, да, мой? Так вот, он сейчас загорится. Ну типа вот очень сильно загорится. Я так устал падать. Я падаю, слава богу, не в самое начало. Хотя тут сейчас закаркаю. Я просто... Я падаю в одно и то же место. Я перепрохожу одно и то же место. И знаешь, что такое безумие? Безумие — это когда одно и то же действие повторяется. Я сейчас сойду с ума. Я вам отвечаю. Так, а куда? Да, на коробочку. Да, где от тебя коробочка? Когда на опять скам. Меня этот пацан заскамил, он меня скинул! В смысле? Кикните его. Слышь ты, подписчик! Ты сломал мой сервер! Скидай Ивана! О, Светлана! Нифига себе, куда ты его задал? А, нет. Да я последние минут 10 уже без
Факел, гоняй меня нормально. А, это ты, я. А меня не надо. Я думал, это Иван. Куда идти? Где вы какую-то мусорку? Тут вообще мусорок много. Их задел, который сейчас в самом начале до сих пор доходит. Да почти в начале, да. А где вы? О, мы уже выше гор на самом деле. А с мусорки на скип куда? На контейнер или как? Да, прям. На контейнер. Самый далекий контейнер, который сможешь допрыгнуть. А там как контейнер? Нет, нет, нет! Задом. Мы бы это видели. Задом. Я упал в самый... Нет, нет, нет. Я на самолете разбитом. Я на веревках. Давай уже их занес, сколько можно. Да я нафиг эту игру. Сам предложил ее. Он сам именно написал, говорит, надо на стриме в нее поиграть. Да нет, в смысле? Ой, это ты. Спасибо, 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 я тут застрял. Да, тут двое сверху не наши. Нет. А как? Скидывай его! Клавдия. Он сейчас нас скинет! Кто такой Клавдия? Клауди! А что за лодки? Садись в лодку. Садись в лодку. Мне кажется, тут нас игроков. Погнали в лодку. Уже есть. Давай, давай. Ой. А музыка какая играет? А вот погоди, у меня вопрос. Вот там, где эта деревяшка треснутая, куда прыгать? Стал передо мной, я просто трясся вот так. Я Ярика случайно столкнул. А, я вижу, как кто-то упал, погодите. Иван Мори! У меня вопрос. Вот там, где деревяшка треснутая, там ее просто перепрыгнуть на следующий контейнер. Я не знаю. Жди меня. Давай, я бегу. Я хотел за Иваном Мори побежать, но мне кажется, он меня сейчас заскамит. Так, эта мусорка не рабочая, потому что она не открыта, только открытые рабочие. Ярик, ты мне сказал тебя ждать или как? Он побежал вот туда. Я около тебя. О! Падает! Ты чуть не упал! Она упала? Да, она потом падает. Так, сюда. Он побежал сюда. Возможно, это скам-план. Но давай за ним побежим. Ничего, если что, то вдвоем. Да! Это скам-план! Это скам-план! Я не упал! Я зацепился! Знаешь, за что? За ленту эту! А, нет, теперь упал. Недолго песенка играла. Я надеюсь, ты... Ты на лод... Да, недалеко от лодок упал. Тебе просто чуть-чуть наверх. Ну, как тебе сказать? Знал бы я, куда я упал. А, я тебе покажу. Я тебе покажу. Вот я. Я над тобой. Ну, я вижу лодку. А, но я не знаю, как туда запрыгнуть. Ладно, я понял. Тут просто наверх, понимаешь? Тут игра в этом заключается. Конечно, вы. Я застрел. Игра через одно место сделана. Вот, все. Нифига себе, тут контейнер крутится. А ты что, дошел? Тебе только не на него. Тебе не на него. Не на контейнер. Тебе справа от него надо запрыгнуть. Да, да. Айкс, Данил, так ты скип пропустил. Где скип? Какой скип? Да нет, дичь какая-то. Я не знаю, как куда дальше идти. Я пытаюсь найти. Чего в этой игре нельзя по лестницам лазить? Ну, тут... Ну, типа, я... Логично должно быть. Я вижу лестницу, и почему я не могу по ней залезть? Да, господи, вот. О, я тебя вижу. Я тебя вижу. Во-во-во, по лесенке. Вот, да. Налево на коробочку. О, живем. Оп, живем. Осторожно, тут коробка есть, которая тебя подкидывает. Может быть, не с этой стороны. Да, мужики. Нет! Да нет! Мужики, вы не поверите! Он как котик, который мяукает. Вы не поверите! Он просто не говори, что самое начало. Я дошел до этого огромного корабля, где вы! Оставался последний прыжок. Я соскочил и упал к щетке к началу. Щетка к этому баллону. Я тоже только что упал не к самому началу хотя бы. Я сейчас расплачусь. Я вам отвечаю. Я не знаю, ну типа, я не понимаю, у меня лицо все мокрое, я не понимаю, это слезы или пот, ну типа. Я так потею нафиг, господи. Я не понимаю, а где их занял, ты где? Я на контейнерах разноцветных. А, да я там и упал в конце. Я тут прозрачная дичь. Нет! Сталкивай его. Так, он скамчик, скамер вот этот вот. Он смотри, опять нас смотри, туда ведет. Сейчас посмотрим. Давай. Он по краю, походу, идет. Вот, да. Там по тут, с краю. Что? Да, мусорка, вот она. Ребят, подождите нас, пожалуйста. Я в самом начале. Ты в самом внизу карты. Да, здесь мусорка очень высоко подкидывает. Да, извиняюсь за крики. Куда она подкидывает? А куда? Там полево. Во-во-во-во-во. Нифига себе. Здорово. И теперь слушай, по тачкам. Ну слушай, они такие, вот какая. Они такие скипы не найдут в жизни просто. Их надо просто за ручку сюда вести. Да, нас надо туда за ручку вести, ну типа. Почему я боком прыгаю? Потому что мне так больно это все перепроходить. Я упал, знаешь, и... Нет!
Я упал четко. Тут есть первое лицо. Нажми С и зажми его. Да в той игре тоже как бы оно. О, тут батут дальше на следующий батут. Ё-моё. Стресс. Да. Ага, вот туда вот. Господи, обосратушки, погремушки. Так, а сейчас вперед, да? Господи, 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 господи. Нет. Так, ладно, нормально, живем. Мы ты даже чуть выше меня. Нифига не живем. А, вот. А, мужики, вот, мы, лестница. Мужики, если вы живете, я рад за вас, правда. Я упал вниз. Самый низ? Самый низ. Здорово, брат, привет! Как? Просто соскользнул. Да с чего соскользнул? Нет, с чего ты соскользнул? Ярик, приди на спам, на спам, на спам. А, с доски. Тут очень много скам этих ловушек на самом деле. Просто игра, знаешь, на нервы. Тест на нервы, все, прошел. Типа вот я бегу, и в любую секунду я могу просто куда-то... Ядрен. Иван, ты где? Я нашел скип, который даже Иван не знает. Да знает, Иван все знает. Да не, он бы тебе его показал. Да я тебе говорю, знает. Нифига себе, ты что, с ума сошел? Хочешь, чтобы я сюда запрыгнул? А потом хочешь, чтобы я сюда запрыгнул? Это что за мини-дорога? Я думал, это огромная дорога, это иллюзия какая. Тут, кстати, дракон есть. Вань, Ванчо, Ванчос. Вань, Вань. Ванька. Ванька. Вань, я не знаю. Если мы с тобой встретимся еще, то ты будешь очень долго смеяться. Почему? Я не могу тебя объяснить, это нужно увидеть вживую. Если я ребят встречу. Каких ребят? Ну, кого-то из своих. Господи, господи, у меня сейчас вот это... Господи, у меня сейчас мозг поплывет. Я не понимаю, куда я бегу. Я сейчас чихнул! Я кого-то вижу! Я чихнул одновременно, сказал, как я сейчас чихну. Будь здоров. Здорово, мляу, кляуд, я кляуда догнал. Кошмар, тут люди просто проходят, они меня ждут. Они-то нас ждут, да. Прикиньте, я чихнул с открытыми глазами. Вы так умеете? Нет. Нет. Слушай, ты в курсе то, что есть, ну, теория о том, то, что если, ну, неграмотно чихнуть с открытыми глазами, они могут лопнуть. Ну, типа, вот прям серьезно лопнуть. Не, они просто улетят. Получается, ты как разрушитель легенд. Только что разрушил эту легенду. Да, я разрушил, у меня ничего не лопнуло. Либо ты все-таки закрыл глаза и не заметил этого. Нет, самый низ! Самый низ! Опять! Да сколько можно? Месте, на том же месте! Yeah. А как? На каком месте? Вот там, где на вот этот огромный корабль. Что это? Да, это корабль. Вот. Просто я одновременно обожаю эту игру и ненавижу. Клауд, давай. Мне нравятся комменты от Эда. А, ой. Я не понимаю, куда бежать. Так, мы с Клаудом уже... Я бы вам объяснил, где, но я не понимаю. Он меня, короче, ведет. Ты же сумасшедший псих, что... А вы уже далеко ушли от дороги? Я очень далеко, очень. Поверь мне! Клауд, подожди, я упал! Там нифига себе заборчик маленький, ну хочешь меня через него провести? Клауд, подожди. Знаешь, песенку ты, такую? Знаешь, да ты такой... дурак! Да нет! Ну пожалуйста! Да как? Ой. Самый низ? Я в мусорку. Я в мусорку. Я в мусорку. Не в ту мусорку! Да не в ту мусорку! Да ядрен тебя! Да, офигенно, просто девки пляшут. А, так, где я? Знаешь, вот ты мне говоришь, ой, что все будет хорошо. Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Вот ты сейчас сказал, знаешь, Хирайд, у тебя все будет хорошо. Знаешь, кого ты мне напомнил? Есть комик такой, вот который, знаешь, ведет себя в духе, ну, поддержка которого на уровне что-то в духе. Так, у нас финал. Этот участник в полуфинале потерял нафиг все, но он отлично справляется. Да, ты отлично справляешься. Ну, я прям так высоко был. Так высоко, меня Клауд вёл. Я вот чё... Не вообще... самое начало? Не, я не понимаю, тогда где... Тогда не парься, ёкарный бабай! Не, да, если да, начало... да, тогда всё вообще как? Если не начало, то не страшно. Я не понимаю, ага. Где я, в этом-то и проблема, я не знаю, где. А в игре что делаешь? О, спутниковая тарелка. Знаешь, можно просто ускорить стрим весь, где мы проходим эту игру, да? Прям в 10 раз. И наложить туда музыку из Subway Surf. У меня нога сломалась. Так, Иван Мони! Иван! 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 Так я только что Ивана в самом низу видел. Так вот я в самом низу. О! Все, я вернулся. Фух, хотя бы я уже знаю, где я нахожусь. Как же ты высоко! Ты около этой, как ты моя? Как открывается без конца, все меньше и меньше. Матрешки. Да, 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 я уже выше. А матрешки есть, господи. Да. Это там главное, чтобы забор был между ног. Да ладно! Там правда заходить можно, ты идешь сложным путем. Вообще, наоборот, по жизни лучше, чтобы забор. Да, лучше не между ног. Если у меня забор будет между ног, то ничем хорошим это не кончится. Будет больно. Меня Иван толкает! Скажи ему, чтобы не толкал. Не толкай! Не толкай! Я сюда еле залез! Иван меня сейчас сталкивал, в итоге я от него убежал, отпаркурил, а он, ну, пытался меня догнать и сам упал. Упал.
туда его. Так, я здесь как-то запрыгнул. Мне интересно, где их Данил? Я в самом начале. Да ты угораешь! До сих пор. До сих пор? А почему? Я только что упал туда. Слушай, это игра, я даже он меня первый не прошел, у меня меньше практики. Так я тоже его не прошел. Только я его прошел. Я его... Я тебе больше скажу, я тебе ни разу его не запускал. Так, он сказал, главное, чтобы он был между ног. Ну, не, ну это приколдосики. Это приколдосики какие-то. Ну вы же видели то, что я прям в него прыгнул. Ну вы же видели, что я в него прыгнул. А почему он не цепляется за этот забор, треклятый? Слушай, у меня ситуация сейчас поважнее. Я сейчас на моменте, где я до этого два раза упал в самый низ. Поэтому, я просто запутался и не понимаю, куда дальше. Ребят, поддержите меня, я вас умоляю. Пожалуйста, поддержите меня. Мне очень важна ты поддержка. Ты молодец. Сейчас все поддерживай, получится. В следующий раз поддерживай меня все, кроме этого, пожалуйста. Почему? Потому что ты это сказал, и я упал там вниз. Я упал. И так поддерживает друга, он потом еще говорит, что я плохо его поддерживаю. Сеня, подожди, Сеня, я не увидел. Что ты там делаешь? Я бутылкой по столу бью. Психопат ненормальный сейчас что-то сломает. Я про себя, если что, потому что я третий раз на одном и том же месте падаю в самое начало. Да, а может ты не туда куда-то идешь, и там скам ловушка какая-то. Ну так вы же какая-то. Не ждете и не говорите куда. Там, короче, после контейнеров есть это, такая, ну типа что-то в духе башен. А, так и там надо между прыгнуть. Ничего не понял. А куда ты там прыгаешь на этой башне? Получается, я на нее залазю, и там есть, ну, такая штука, которая торчит в бок. Я по ней иду и прыгаю дальше по трубам. Иван, брат, ты это меня не дождался. Я не знаю, Иван... куда мне дальше. Иван внизу. Иван внизу. Слушай, самый прикол будет, когда ты самый внизу пойдёшь. Так, ребят, как вы думаете, это скам или не скам? Это выглядит как стекло. Ну это стекло же. Стекло. Ну это же стекло, да? Стекло. Но я в любом случае не рискну на нем. Я просто не знаю, куда мне идти, что самое главное. А помнишь, ты когда матрешку прошел, мусорка была, ты дальше куда прыгал? Я вот дошел до сюда. Иван говорит, это скам. Не верю, Иван, он меня стал честно. Да. А лестницу круговую помнишь? Такой... Да, вот, я на ней, да, а что? Так, ну, Иван Мони написал, это скам, чате тоже говорят, это скам. Ну, чат уверить, конечно... Так, господи, знали бы вы, где я, потому что я сам не знаю, где. А здесь дорога, она скамная или нормальная? О, я вижу чувачка, я вижу кого-то, тик-тик-тик-тик-тик, это кто? Это ты и этот... Ты сейчас заходишь там на маленькую дорогу, да, или нет? Ну, почему ты сейчас поднимаешь? Вот я тебя вижу! Видишь, посмотри наверх и налево. Наверх и налево. Факел. Ну, вижу, как... вижу. Ничего себе ты! А как здесь по этой дороге дальше? А я до сих пор в самом начале. Их заил, я только что прошел самое начало. Надо прыгнуть на эту крутящуюся фигню. Чё? Мне? Нет, я... А потом с неё перепрыгнуть, там поймешь. Мать моя женщина. Ну да, да. Господи, вы понимаете, я иду по шлагбауму. По шлагбауму, представьте, насколько шлагбаум узкий, и я по нему иду. Тут столько уже... Кто это? Здорово. Клайм, здорово. Заходи, Клайм. Уйди, пока не поздно, не верим ему. Купите игру. Он Клайм купить. 300-400 рублей. Да есть у меня, уже все скачано. А не он, я, а он... А, он для Клайм. Он для Клайм, да. Пипука клан 1-2-3-4-5 называется. Только подписчикам не говори, пожалуйста. Только подписчикам по... Нет. Нет! Куда? Да, куда? Все. Я просто... Ты ниже меня теперь. Не, я застрял между двух текстур, и они меня туда-сюда толкали. Вот, Ярик, я вот... Знаете, я считаю, тоже для профилактики надо всем в самый низ упасть хотя бы. Я тебе сейчас такую... Обнови сервер, он лагает. Я тебе как сервер обновлю? Телепортироваться. Ой, у меня есть кнопка телепортироваться на скам. Да, ты где кайфанешь? Так, это да скам. Ладно, че ты? Так это не скам. Здесь метро какое-то. Не, Ярик, ты чуть не туда пошел. Я тебе как сервер обновлю? Ты, Иван, хочешь, чтобы я выходил полностью или что? И мы начинали заново. И мы начинали заново? Не, я больше в эту игру в жизни не зайду. Это первый и последний раз, поэтому я ничего не понравилось. Да мне так-то без разницы. Можем с самого начала начать. Главное сейчас на стиме не отыграть 2 часа этой игры, чтобы можно было вернуть ее на деньги. Ну, кстати, да. Так что выходим, пацаны. Не-не-не, я пройду ее, это уже дело чести. Так, я вернулся туда, где я упал. Я опять сейчас буду по шлагбауму. Он говорит в настрой. Вас лагает сервер? Нет. Нет, абсолютно нет. Шлагбаум лагучий. Чёртово это там, где надо по центру, чтобы ножка слева и справа была. Забор? Да, да. Ну, слушай, заходишь присоединиться к серверу какому-то. Мы тебе сказали логин, пароль. Пипука клан и можешь... А зашёл, ну, все, проходи. Где вы? А мы уже далеко. Клайп, я тут. Там эти два нубасоса, которые... О, а как факел? Эй, я попросил, я достаточно далеко уж. Как факел взять?
F. А, самый низ упал! Так ты даже не успел никуда забраться, чтобы самый низ упал. Да он так, дурачок. Он так заранее. Так, показывай мне, куда идти. А скажи, видишь, Ярик, посмотри, видишь? Оглянись. А, это ты сзади? Нет, я выше. А. Видишь? Нет. Где уже железная дорога начинает? А. А, ничего себе ты. Давай. Я тут руки потею. Как ты отсюда проходишь, Эд? Как? Это упади вниз, давай встретимся, пожалуйста. Иди, давай, радиклайп. Эд, покажешь, как проходить. Для профилактики всем надо хотя бы раз вниз упасть. Я падал. Самый низ. Господи, так, я по поездам. Поезда. А, я вижу, не надо, тупо не надо, Эдуард! Вначале. Не надо! Что? Я просто много раз поезда. Нет! Это опасно говорить! Поезда? Да не, если говорить правильно и делать упор на правильную букву, то все окей, че вы? Ну, в целом да. Это в начале. Да, все нормально, безопасно. Так. А я застрял какой-то штуке, как выбраться? Да. Так, я снова дошел до момента, где я постоянно падаю. Я тебя догоню, Эд, сейчас. Где-то. Нет! Меня текстуры зажимали и выкинули на самое начало! Я видел, как он летел в ней. Я устал. Даже я выжил сейчас уже. Вот, а тут это, Жорик. Кик есть? Меня только что скинул Иван. Да, давайте скину? Его кикнем, я вас умоляю. Да, можно скидывать кого-то? Да зачем вы ему это сказали? Я теперь понял. Нет, не работает. Иван мой. А ты попробуй как-то через консоль. Ты сейчас Ивану показал, что ты хочешь сделать с ним. Все понятно. Попробуй через эскейп. Иван такой, о-оу. Вань, по-братски. А все, ты ему уже киком поугрожал. Он теперь злой будет. Он теперь и тебя кикнет, когда встретит. А я теперь по лет подсветки какой-то ползаю. Господи, у меня такая эпичная музыка сейчас играет, я не могу. Ярик, такое. Ярик, ты... Так... Я тебя вижу, дурачело, ты не туда пошел. А, нет. Ярик, включи это, факел, достань факел. О! Смотри наверх! Здорово! Тебе такой круг еще надо сделать, чтобы сюда дойти. Здорово, их занял. Хочешь покажу прикол? Смотри, что я нашел. Ну ладно, по итогу Ваня мне помог, я мусорку нашел. А-а-а. Что? А, он говорит, неправда, значит, он не скидывает. Но он скинул, но помог. Но, ну, вот туда, я бы куда это так надо, объяснил. Короче. Пока. Да. Что вы опять делаете там, дураки? Да тут скип такой хороший. Да, мы нашли офигенный скип. Можно лесенки проскипать, помнишь, где мы паркурили? Пойди! То есть вы хотите, то есть мне сначала надо залезть на верхушку этой скамейки, чтобы с нее потом перепрыгнуть этот контейнер. Ты что, дурак? Нет, дурак. Да, ладно, нормально. Извиняюсь, что я ору, но это просто неожиданность. А ты по ЖД лестнице как шел? Помоги как шел? Прямо. Прям по ЖД, ну, по рельсе, да? А, прям по ней. Я вот по рельсе иду, потому что иначе что-то обманом пахнет. Не-не-не, можно по это. Я тебя вижу, Ярик, давай догоняй меня! Я упал! Да иди нормально, ты не упадешь. Я тебе вот прям клянусь. Реально? А я-то на стрессе. Куда? Что такое?